Харбине завершилась российско-китайская экспо. На международной выставке делегация Хабаровского края представила свои товары и услуги, которые могут пользоваться спросом в Китае. В прошлом году товарооборот региона и КНР составил более 3 миллиардов долларов. Какие перспективы есть у российских предпринимателей в Китае, выясняла Любовь Краснослободцева. Российско-китайская экспо даже по меркам Поднебесной считается крупным и знаковым событием. Общая площадь международной выставки составляет 86 тысяч квадратных метров. Китайские производители здесь представлены наиболее широко. Импортерам они готовы предложить все от автомобилей до медицинских услуг. Российское участие в Харбинском экспо тоже весомое. Более 130 предприятий выставляют свои товары. В основном это продукты, молоко, мед и детское питание. Спрос высокий, и контракты на поставку возможно заключить прямо здесь, в Харбине. Снятие ограничений по числу детей действительно вызвало такой взрывной рост спроса на соответствующую продукцию. А учитывая, что российская продукция, она экологична, это касается и одежды, обуви, и в первую очередь, конечно, детского питания, то спрос на эту продукцию большой, и мы видим, что он только расширяется. Мы только-только притронулись, можно сказать, к тому потенциалу, который мы чувствуем на китайском рынке. Одним из основных организаторов экспо в Харбине выступает российский экспортный центр. Накануне его глава Андрей Слепнев заключил соглашение с руководством Харбинской бондовой зоны. Ее особый режим позволяет упростить торговлю с российскими компаниями, которые ранее не торговали на рынке КНР. Предприятиям предоставляют ряд привилегий, в том числе сниженную налоговую нагрузку и возможность ввозить товар без внешнеторгового контракта. Наша основная задача – создать для российского бизнеса наиболее приятные условия. Мы хотим создать простые способы для прохождения таможни. Я уверен, наша бондовая зона поможет в развитии двухсторонних торговых отношений между нашими странами. Хабаровский край является одним из лидеров среди российских субъектов по торговле с Китаем, как по импорту, так и по экспорту. В прошлом году внешнеторговый оборот составил более 3 миллиардов долларов. Но регион нуждается не только в китайских товарах, но также в китайских инвесторах. Доля накопленных иностранных инвестиций китайских составляет менее 3%. То есть вот получается, хорошо торгуем, но мало инвестируем. Поэтому с точки зрения вот таких цифр, конечно, мы видим, что потенциал, мягко говоря, не раскрыт и не заполнен. С учетом соседства и партнерских отношений на уровне руководства стран, аналитики прогнозируют, что доля китайских инвестиций в российские регионы должна постепенно расти. Ключевые направления – сельское хозяйство, туризм и производство сырья. Любовь Краснослободцева, Семен Сахно, телеканал «Губерния».